Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев встретился с председателем корпорации «Проэдтехника». В состав именно этой компании входит Шумерлинский завод специализированных автомобилей. На рабочей встрече обсудили перспективы предприятия. Сейчас основными заказчиками завода являются силовые структуры. Здесь изготавливают передвижные комплексы для ремонта техники, медицинские модули и специальные контейнеры для МВД, МЧС и Министерства обороны. Наладили на предприятии производство фургонов и сэндвич-панелей. Эту технику собирают на новейшей итальянской линии. Михаил Игнатьев и Шавас Пхалощан обсудили проблемные вопросы. Заводу не хватает квалифицированных кадров. Специалистов в Шумерлю приходится перевозить каждую неделю из Чебоксар. В следующем году для них планируют открыть общежитие.